электропроводка и электроприборы. Причины пожаров зачастую одинаковы. Обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка и оставленные без присмотра электроприборы. Поэтому очень важно следить за исправностью проводки, приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Используйте только сертифицированные электроприборы с указывающим на это знаком сертификации на приборе. При покупке оборудования проконсультируйтесь с продавцом о плюсах и минусах покупаемой техники. И при использовании внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации данного устройства. Запрещается оставлять без присмотра работающие электроприборы, в особенности электронагревательные, обогреватель, электроплитку, чайник, утюг и другие. Во избежание пожара не используйте нагревательные приборы рядом с быстро воспламеняющимися или взрывоопасными веществами. Не допускайте соприкосновения нагревательных элементов с горючими предметами интерьера – шторы, ковры, пластмассовые предметы, деревянные детали мебели. Предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения вилки оборудования от розетки. Не перекрывайте вентиляционные отверстия электроприборов. Запрещается использовать самодельные нагревательные приборы или приборы небытового назначения. Запрещается использовать электропроводку с открытыми или соединенными скруткой проводами с треснувшей изоляцией. Заклеивать проводку обоями, накрывать ковром или легко воспламеняющимися отделочными материалами. Не используйте тройники и удлинители для одновременного подключения нескольких электроприборов, так как суммарная мощность проводки рассчитана всего на 1,5 кВт. Запрещается прокладывать проводку и удлинители рядом с газовыми и водопроводными трубами, батареями отопительной системы, телефонными, радиотрансляционными, антенными проводами. Запрещается использовать самодельные предохранители. Запомните признаки неисправной электропроводки: горячие электрические вилки и розетки, звук потрескивания или искрения в розетке, следы копоти на вилках и розетках, сильный нагрев провода во время работы электроприборов, запах горящей резины или пластмассы, потемнение оплетки электропроводки. При подключении электроприбора в комнате уменьшается освещение.